Муж. Ой. Блин. Это если тебе вдруг жарко просто. Ну, хотя на улице не жарко. Так, конечно, я понимаю, когда жарко, Миш. Ну что это за прикол? Ну хватит уже, это... Я тебя люблю. I love you. Я буду тебе мстить. Ну а почему бы нет? Ну а что бы? А нормально, мне кажется. Ну чем еще можно себя занять, когда муж работает, да, занимается уборкой территории? Нужно же достать камеру, облить его водой, высыпать на него муку и такая, ха-ха-ха, посмотрите, посмотрите, как это смешно. Нет. Мне это не смешно. Я могу понять, когда люди балуются, когда люди действительно там друг на другом шутят, и эти шутки какие-то добрые, либо когда люди действительно играют, так скажем, да, там, ну, вышли на территорию, побрызгаться водой, там, поскидаться снежками друг друга, и это даже мило. Но когда мужчина занят работой, да, какой-то, ты вот на камеру, специально же это все сделано, понимаете, все подготовлено, чтобы выставить вот это все на всеобщее видение. Очень странная жена и очень странные у них отношения, если честно. Ни о какой, знаете, любви, ни о каком уважении к мужчине в данном случае не может быть идти и речи. Еще раз подчеркиваю, это сделано специально, все подготовлено и выложено в общий доступ, чтобы все поржали с этого. Всем смешно. Такие ценности. Просто представьте себе на секунду, если бы это сделал бы я или вот этот мужчина, да, женщина убирает, на нее бы мы, эй, жена, смотри, выливаем воду, да, туда, муки потом, и какой бы бомбеж был, да, абьюзер, арбузер, там, тиран, это не смешно, фу-фу-фу. Ну, а когда мужчину оскорбляют, унижают, это почему-то всем смешно и интересно.